Тверской хоккейный клуб в гостях поделил очки с лидером дивизиона «Запад» Воронежским «Бураном». Первая встреча главных конкурентов по российской хоккейной лиге завершилась победой хозяев площадки. «Буран» выиграл со счетом 4-2. В составе тверетян голы забили Антон Соколов и Михаил Потякин. В концовке защитник ТХК Станислав Пермяков провел кулачный бой со своим бывшим одноклубником. Но, тем не менее, я доволен, что ребята играли сегодня здорово. Создали момент, я, наверное, думаю, может быть, даже побольше, чем «Буран». Но вратарь «Бурана», конечно, сегодня сыграл блестяще. Это команда выиграла за счет него. Повторной встрече «Бурану» не помог и чудо-вратарь. Уже на первых пяти минутах тверетяне забили две шайбы и удержали свое преимущество до финальной сирены. ТХК взял убедительный реванш со счетом 5-3. На этот раз в составе тверетян отличились Александр Мартьянов, Андрей Иванов, Александр Блохин, Алексей Котов и Михаил Потякин. Ребят мотивировать не надо, потому что они знают, что с кем играют, против кого. Больше настраивать, наверное, надо на соперника, который на последнем месте. Ну, наверное, у вас такая же ситуация складывается, что вот там, да. А тут не надо ничего. Здесь, наоборот, надо где-то чуть-чуть даже сдержать эмоции, чтобы не перехлестнуло. Поэтому все нормально. В среду и четверг ТХК проведет матчи в Белгороде против местного одноименного клуба. Это будут последние игры года перед новогодними каникулами.